На видео показан процесс наложения анастомоза на сосуд конец в бок. В сосуде делают отверстие, соответствующее размеру сосудистого протеза, и сшивают их друг с другом. Шов должен быть герметичный и аккуратный. Сначала делают несколько направляющих стежков на расстоянии, после их стягивают, соединяя графт с сосудом. Далее накладывают непрерывный сосудистый шов. Это просто фантастика.